по колено. Благодарность застройщикам улицы Мира. Эти кадры жители новостройки на Мира снимали во время ливня. Вода с потолка хлынула на 15-й этаж новостройки. В квартирах прорывались натяжные потолки. В подъезде лило ручьем. Вычерпывать воду пришлось соседям со всего дома. В итоге затопило 2 этажа. Сегодня люди уже подсчитывают ущерб. Только что законченный ремонт. Придется делать заново. Вырвали все светильники, чтобы выкачивать воду. Были эти огромные пузыри, перекатывали табуретками, подставляли ведра. Мы не успевали их собирать. Стояла цепочка, один с пустым ведром, передает целое, и вот так вот все по кругу. Вздутый ламинат, обои, все вздутые, рваные потолки, нервы. В общем, ущерб колоссальный. Светлана до сих пор не может справиться с последствиями потопа. Соседи помогают вручную откачивать воду из потолка. В кухне перекрытие просело на целый метр. В других квартирах тоже промокший ламинат, испорченные светильники. Управляющая компания, независимые эксперты. Все ходят из дома в дом и подсчитывают ущерб. Оно все постепенно. Линолеум, ламинат только сегодня утром вздулся. То есть вчера было все нормально. Еще где это все вылезет, неизвестно. То есть в ванной комнате у нас вчера был хороший потолок, сегодня смотрю, уже пузырь надулся, то есть вода скопилась. Новостройку на Мира сдали в апреле 2017 года. И потопов, рассказывают жильцы, здесь никогда не было. Между крышей и жильцами полноценный технический этаж. И тут вчера, как ни странно, было сухо. Влажный пол только вокруг этой трубы. Жители уверены, ливневка просто была некачественно закреплена. Вот там все заделали, то есть вон саморезики. Это вот они уже сегодня или вчера сделаны. А так все болталось. Ну там резинок не было, тут резинки не было вообще никак. Из трубы, получается, хлестало? Ну, видимо, а может вообще ее сорвало, и оно просто ушло. Он через эти вниз. Разбираться с потопом пришлось управляющим компаниям. В этом доме на Мира сотрудники управляшки вместе с жителями вычерпывали воду из подъезда. Но вот по чьей вине случился потоп, пока ситуацию не комментируют. Дом на гарантии, ну, конкретного лица, который сейчас виновен был во всем произошедшем, да, сейчас не установлено. Но в ближайшее время, после всех обследований, составления всех актов, всех мероприятий по данному поводу, это лицо все равно будет так или иначе найдено. После этого будут выплачены ущербы, проведены косметический ремонт пролитых мест. Ну, все как обычно. До директора компании-застройщика сегодня не дозвониться. Но со слов жителей, строители уже приходили оценивать ущерб и разбираться в причинах аварии. Что примечательно, потоп в квартирах произошел сразу в нескольких домах Владимира. И все новостройки. Затопило новый дом на улице Кулибина. На Студенческой у людей заливало в квартиры через вентиляционные решетки и люстры. На Первой Пионерской затопило подъезд с 14 по первый этаж. Лило так, что отваливался потолок. Ненадежно строй или плохо обслуживают. Это покажут комплексные проверки. Ну а жильцам придется делать ремонт в новых квартирах еще раз. Валерия Саенко, Егор Хрыбко, 6-й канал.